Новый творческий сезон стартовал во Дворце культуры имени Воровского. На протяжении летних каникул работники культуры и его воспитанники готовили концертную программу, чтобы вновь порадовать конаковцев. В эти выходные каждый мог прикоснуться к искусству, под парусами творчества. Под таким названием состоялась долгожданная премьера очередного концертного сезона. Открывается занавес, и зал замирает от первых аккордов музыки. Право открыть новый, 94-й по счету творческий сезон доверено самым элегантным артисткам из образцовой балетной студии «Арабеск». Белоснежные платья в сочетании с грациозностью художественных элементов производят на зрителей неизгладимое впечатление. Свои таланты показали и воспитанники народного цирка «Фантазеры». Ребята давно получили известность за пределами Конакова. Они регулярно становятся лауреатами всероссийских и международных конкурсов, с блеском представляя нашу страну. Несмотря на любовь и признание иностранной публики, теплее всего их все равно принимают в родном городе. Этот вечер представила свои номера лишь малая часть творческих коллективов, которых во Дворце культуры насчитывается порядка 40. В новом сезоне артисты готовы удивить своего зрителя увлекательными программами, которые сможет увидеть каждый желающий поближе познакомиться с искусством.